готовлю я яичницу себе, наболтала. Тут цветы бугенвилии и цветы клитории. Я видела, восточные люди едят. Поэтому очень себе захотелось. Я вот приготовила. Тоже хочу посмотреть. Попробую, как она будет на вкус бугенвилии. В Азии ее называют бумажные цветы, поэтому. Кстати, лепестки роз тоже свежими добавляют в салаты. Поэтому мне вот интересно, как оно. Качество, конечно, фиговое, как говорю. Я вижу тут глазами смотреть намного лучше, вот, а вот камера снимает ужас. Сейчас буду переворачивать вот эти вот вкусняшки бугенвилия.